Радости и счастья всегда хватало и хватает в нашей программе. А вот чего бы еще добавить? Я бы добавил страсти. Как ты смотришь на это? Ну, только если в музыке, в песне и в танце. Алексей Пономарчук у нас сегодня в гостях, который исполнит композицию «Танец страсти» прямо сейчас. Сегодня в гостях. Доброе утро, Алексей. Присаживайтесь, пожалуйста, пока точка страстного кипения не зашкалила. Давайте мы поговорим немного. Давайте для начала поговорим о новой композиции. Премьера состоялась на телеканале СТС. «Танец страсти». Расскажите, как создавалась эта композиция? Очень приятно, что вы меня пригласили. Очень приятно вас видеть, таких жизнерадостных, красивых, талантливых ведущих. Ну, вы не часто к нам приезжаете, потому что большую часть времени проводите на съемках. Помимо того, что поете, еще снимаетесь и в кино, и играете в театре.
поэтому ну, нам тоже посчастливилось вас пригласить там в студию. Ну, и возвращаюсь к моему вопросу о композиции. Да. Мне очень приятно, что аранжировщиком этой песни является Руслан Царану, который известен здесь в Молдове, очень талантливый аранжировщик и композитор, и музыкант. Поэтому очень ему благодарен. Дело в том, что меня везет на талантливых людей. И вот, значит, мы эту песню написали в соавторстве с прекрасной, талантливой писательницей, поэтессой Еленой Нестеровой. В двух словах, у нее сейчас выходит 12-я книга, значит, с твердой обложкой, не брошюрки. Очень завлекательно, увлекательно она пишет. И детскую литературу ее издают в Америке, в Европе. Вот. Поэтому мне очень приятно, что мы с ней создали вот эту песню. И сейчас мы работаем над мюзиклом. Так, даже мюзикл сейчас я попробую. Пробуем сейчас детский мюзикл. Пока еще секретно, какую тему. А мы работаем. У вас опыт работы в таких вот проектах, вот, что касается мюзикла? Вот. Ну, я пробовал в одном спектакле, как сказать, в театре сатиры, но оно как бы так, знаете, не сошло в то время. Но я это умею делать, это я знаю. Поэтому я думаю, у нас получится вот, образы создавать. Да. Что касается того, что вы еще и композитор, мы писали и пишете, продолжаете писать композиции для многих наших молдавских артистов. Продолжаете ли вы это делать сейчас, либо ваше время занято уже другими делами, и вы не особо уделяете внимание нашим певцам? Ну, вы же знаете, сейчас вышла песня Янила Истрати, ну, в исполнении Янила Истрати «Быть с тобой». Это наша новая композиция. Мне очень приятно, что он ее исполнил, и людям нравится. Сейчас третья песня, которая называется «Кто я есть?», но она немного такая философская. Но еще появились молодые певцы, о них я пока не хочу их назвать, из Молдовы, с которыми мы сейчас работаем, выбираем песню. Надеюсь, чтобы найти именно ту песню, которая, как сказать, они дадут о себе знать, хотя бы так же, как и Янила Истрати. Увидим ли мы вас на телеэкранах в различных новых ролях в кино? Потому что мы вас также знаем, как еще киноактера. Да, вы знаете, мне очень приятно. Я сейчас вот зашел, значит, у вас в режиссерской, да, и там фотография Юрия Назарова висит, и забыл, как зовут актрису. Я смотрю, моя мама и папа, значит, мама и папа, которые я сыграл сына Ивана в фильме «Егорушка». Так. Может, вы видели. Так, Юрий Назаров мой папа, а вот эта актриса моя мама. Ну, там еще играл моего дядю Лев Дуров, покойный, царство небесное. Ну, это так, к слову, просто мне очень приятно, что я так их увидел вместе. А так вообще я закончил съемки полнометражного фильма, называется «Алешка». Это про войну. Я там играю, значит, комиссара партизанского отряда. Ну вот, надеюсь, что 9 мая, может, после должна выйти эта картина. Вот, в принципе, вот так. Это основная работа, которую вы сейчас ведете. Для вас это характерна такая именно активная деятельность, да? Вы себя не видите в спокойствии какого-то. Не могу, вы видите, даже я сейчас неспокоен. Я хочу что-то творить, что-то делать. Знаете, мне хочется движений побольше. То есть, мне говорят, пластику лица, говорит, твои друзья уже делают, а ты не делаешь. Я говорю, я не делаю, потому что я горю творчеством. И морщинки, они сами по себе горят. Алексей, мы желаем, чтобы ваше пламя никогда не угасало, чтобы вы дарили много композиции нам, нашим артистам, которые также исполняют эти песни. И хотим, конечно же, про этого отличного утра. Спасибо, что были вместе с нами. У нас сегодня в гостях был актер театра и кино, композитор и певец Алексей Паламарчук. К сожалению, наше время подходит к концу, но мы продолжаем программу. Совсем скоро мы вернемся в студию, да, Надежда? Да, сейчас у нас прогноз погоды.